Стали известны территории, которые благоустроят в Омской области в следующем году. Завершилось народное голосование по программе формирования комфортной городской среды. В нем приняли участие почти 140 тысяч омичей. Итоги в своем телеграм-канале представил глава региона Виталий Хаценко. В 2024-м обновят парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, аллею братьев Сазоновых, выставочный и воскресенский скверы. В районах благоустроят 3 пешеходные зоны – по улице Транспортная в Таре, Пригородная в Усилькуле и по улице Смирнова в Калачинске. Также продолжатся работы на Октябрьской в Красном Яре.